Паша, тогда биту титанов. Что-нибудь ни хера не найдет. Отлично. Да, у тебя талант для таких дел. Чем помочь? Самогона не желаешь? Это Гейтс. Понял. 6-4 это семья. Мы зададим вам жару. Чем ты можешь нам помочь, наемник? Два часа спустя. Идем тогда в этого барона фронтира, потому что ни хера не ищет. Либо онлайн вообще ноль. Сколько вообще играет? 1500 человек играет. Ну-ка, если так. Я вот все включил. Все режимы, что только есть. Я вижу. Хэштег Save Titanfall 2. Что? Хэштег Save Titanfall 2. Из-за чего там Titanfall 2 крахнулся в онлайне? Вроде то, что он вышел вместе с Battlefield и колдой. Крашнулся в плане не заимел большого в онлайне? Да. Да. Ну, да, да, по факту так. Это печально. Выйдем бы в нормальное время. Не в это, когда вышли две вот эти мировые игры. Может быть, сейчас бы онлайн было бы какие-нибудь 100, 300 тысяч в день. Большого по крайней цифры. Мере. Да хер его знает. Не, ну 300 тысяч человек на весь мир, я думаю, было бы.
Что такое вообще 300 тысяч человек онлайн по сравнению с 8 миллиардами людей, живущими на Земле? Это ничто. Но у некоторых нет консоли, лол. Все равно не наберется такое число, чтобы перебить 300К. Хоть бери, делай видео и на YouTube заливай. Да некоторые так и делают. За ружьем особенно. Опять же. На этом бред уже какой-то. Просто бред. Это за какого титана играешь? За какого титана? Ну, обычно я играю, да, на любом. Но обычно я беру Нордстара. Либо Тона. Тона Нордстара. Других не могу взять по фану. Хотя по уровню у меня на Скорче больше уровень, чем на каком-нибудь Нордстаре. А, ну потому что я на этом аккаунте особо-то и не играл. Я на другом играл. И тут у меня ни хера не открыто.